Здравствуйте, друзья! С вами канал «Просто училка» и я, Елена Владимировна. Продолжаем готовиться к ВПР 2023 года. Сегодня разбираем номер по математике для 4 класса. Это задание номер 5.1. Будут еще другие задания в номере 5. А мы сегодня будем вычислять периметр геометрических фигур, а также площадь. Я знаю, что это не самая любимая для ребят тема, потому что многие не понимают. Давайте разберемся, что такое периметр. Периметр – это сумма длин всех сторон. Проще говоря, если ребенок забудет формулу, которую я сейчас покажу, можно сделать вот как. Увидеть, что масштаб – это 1 сантиметр. Длина нашей клеточки – 1 сантиметр. Следовательно, берем и считаем последовательно клеточки всех сторон. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее. А правильная формула вот какая. Длину обычно принято обозначать буквой А. Ширину принято обозначать буквой Б. Видите, таких сторон, как А, у нас две в нашей фигуре, которая называется прямоугольник. И таких сторон, как Б, у нас тоже две. Решили упростить. Поставили число 2 за скобку, чтобы показать, что таких сторон по две. Потом поставили умножение, открыли скобку и сложили одну сторону с другой. А плюс Б. Вот вам и весь периметр. Давайте посчитаем периметр нашей данной фигуры. По формуле ставим 2, открываем скобку, считаем длину нашей стороны А. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ставим 7, ставим плюс. Считаем длину нашей стороны B. 1, 2, 3. Ставим 3, закрываем скобку, производим вычисление. Первое действие делаем в скобках. 7 плюс 3 будет 10. 10 умножить на 2 будет 20. Ответ 20 сантиметров. Давайте быстро посчитаем площадь. Площадь прямоугольника считается по формуле. Длина, умноженная на ширину. То есть А, умноженная на Б. В нашем случае А – это 7, Б – это 3, ответ – 21. Но вот здесь сантиметров в квадрате, квадратных сантиметров. Правильно писать сантиметров в квадрате. А иногда младшие школьники пишут КВ, СМ. А теперь, друзья, перед вами задача, которая потребует от ребенка дополнительных усилий, возможно. Давайте ее посмотрим. На клетчатой бумаге нарисован квадрат, а ниже некоторая фигура. Вот квадрат, вот некоторая фигура. Площадь квадрата равна 32 квадратных сантиметра. Площадь нашего квадрата равна 32 квадратных сантиметра. Найди площадь этой фигуры и ответ дай в квадратных сантиметрах. Смотрите, друзья, нам масштаб не дан, но мы знаем, что вот эта фигура составляет 32 квадратных сантиметра. А что же нам делать? Как нам пристреляться к этой фигуре, если масштаба нет? Додумать, посчитать клеточки внутри и понять, сколько площади в каждой клеточке, сколько квадратных сантиметров в каждой клетке. Для этого возьмем общую площадь, это у нас 32, а разделим на количество клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Только что выяснилось, что в каждой клеточке по 2 сантиметра в квадрате, или КВ.СМ. А теперь нам остается сделать второе действие. Нам надо посчитать количество клеточек в нашей фигуре, в этой фигуре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Мы должны взять 2, умножить на 8 и получить 16 сантиметров в квадрате. Все, друзья, вот примерно такие задания будут. Обязательно этот номер с ребятами посмотрите, потому что, ну, такой себе. Ребята иногда затрудняются. А с вами была преподаватель по школьным предметам Елена Владимировна и канал «Просто училка». Если информация понравилась и пригодилась, то поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь. И удачи вам на контрольных экзаменах и ни пуха, ни пера.